непростая ситуация. Команда... Thank you.
Сочи растягивают, разрывают. Видит игрока впереди и отдает пас на Кир. Запасов следует, много передач и владений мячом, но они показывают, что умеют с ним обращаться. И подает штрафной. Отбор, но кому-то останется мяч. Мяч не прошел. Есть пространство, есть время для развития контратаки. Центр штрафной.
хозяева выигрывают, а игроки-болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно обязательно. Запасов следует много передач при владении мячом и подает. Летит в центр.